Достаточно, если воин просто дерзок. Если человек тяготится тем, что неудача опозорила его, ему остается только вскрыть себе живот. Со мной произошел удивительный случай. Мы с Борей Гребенщиковым были в Непале. Он меня привел в горах, в пещеру, где отдыхал Будда. Крохотная пещерка, сидят две бабушки, горят какие-то свечки. Он говорит, ну вот посиди вот здесь. Вот, значит, Будда здесь сидел. Очень неудобное место, спиной прислонившись к камню. А до этого, надо сказать, мы ходили по монастырям, и вот я все ждал, когда меня пробьет-то вот эта вот светлость, вот это. И ничего не происходило. И здесь вдруг я физически ощутил, абсолютно физическое ощущение, как что-то проходит через твой позвоночник, вот какой-то луч горячий. И я увидел вдруг на несколько секунд невероятную красоту мира, потому что из этой пещеры открывался вид на долину с домиками, монастырями, дальше было небо, дальше было солнце. Ощущение это длилось несколько секунд. Дальше оно постепенно ушло, но на протяжении месяца со мной происходило одно очень четкое изменение. Я, например, когда играю в бильярд, я страшно расстраиваюсь, когда проигрываю. И партнеры надо мной даже подшучивают. На 2 месяца я потерял эту способность начисто. Причем я это заметил и потом уже связал вот с тем событием. Не сразу. То есть мне стало совершенно безразлично. Выиграл я. Или кто-то выиграл. Потом постепенно, как старый насморк, значит, вот это расстройство по поводу проигрыша вернулось. Оно не помогает выигрывать. Хочу тебе напомнить дивную совершенно фразу из этой книги, которую ты, может быть, не заметил. Она принадлежит уже эпохе конца самурайского движения. Это начало 19 века. Кто-то из мудрых описателей этого движения с печалью пишет, что сегодня самураи уже не те, и они больше проводят времени в разговорах о модной одежде, чем, скажем, занимаются искусством боя. Дальше он говорит, бытует мнение, что мы живем в очень просвещенный и талантливый век, и вокруг появилась масса одаренных и талантливых людей. Он говорит, нет, это мир смельчал настолько, что высунуться из него ничего не стоит. Это так подходит к сегодняшнему дню. Гениально. Много раз в жизни, гораздо чаще, чем теория вероятности может себе позволить, у меня происходило следующее. Я мечтал о какой-то вещи, о каком-то предмете. Сначала какой-то самолетик мне хотелось в детстве. Я представлял его себе там вот до заклепочек, понимаешь, да? Я знал, что никогда у меня не будет такого самолетика. Я не спал ночами. Проходил несколько лет, я забывал о нем. И вдруг он приходил ко мне в руки. Потом это могло быть что-то другое, что-то третье. И на 5-й раз я задумался, меня же все время тычут мордой в одно и то же. Я чего-то не понимаю. Я понял совсем недавно. Мне хотели показать, что все это не имеет никакого значения. Вот любой предмет твоего обожания, о котором ты мечтаешь, не имеет никакого значения. Ты его получишь несколько лет с точки зрения вечности, это секунда. И ты увидишь, что он тебе совершенно не нужен. Это касается и женщин, это касается предмета роскоши. Это касается всего. Кроме того самого, что затем водит тобою по бумаге. С того момента, как ты это все написал, это уже не твое. Ты отработал проводником и работаешь дальше. Или не работаешь дальше. Я знаю некоторых коллег, которые страшно переживают, если у них случается перерыв. Скажем, о написании песен. Они очень боятся, что вот этот канал закроется, да? Или сузится, они станут хуже это слышать. И у них будет хуже получаться. Не знаю, я этого никогда не боялся, потому что это не имеет никакого отношения к плановому производству, к мартенам, к прокатному стану. Когда будет надо, тебе расскажут. Дорогие друзья, подпишитесь на мой канал Дмитрий Дебров «Антропология 2.0».